Всем здорово! Наверное, многие из вас видели в интернете такую фишечку, когда люди вот так вот обхватывают столб, вот так садятся, и потом все, не могут отсюда выбраться. Как сейчас я, да, не выберусь. Подними меня, подними. Вот, и... Все. Столб-ловушка, пранк-розыгрыш. Будем делать то же самое с людьми под видом благотворительной организации, что мы спасаем коал, и им надо сфоткаться как он. Сзади возьми за плечи. Что это такое? Да подними, а, я застрял, как... подними, реально больно. Я повторю. Ну вы поняли, короче, что мы будем делать. Все, погнали. Ребятки, привет. Давайте в одной офигенной теме поучаствуйте быстренько. Нам тут надо буквально пару человек, и все. У нас благотворительная акция. Я не понял, в чем прикол. От вас не нужно. Международная благотворительная акция. Защиту ПОАЛ. Вот, оплатили только одна фотография. Денег не надо. Да. Коал любите? Любим коал. Вот, да. Давай запишемся, и мы тебя сфоткаем, и это наши спонсоры от твоего имени переведут 1000 рублей в помощь коалам. Классная тема? Классная тема. Ну все, давай. Давайте. Да, правда, фотка не самая простая, сейчас мы покажем, что как. Есть столб, он как дерево, да, и там вот в определенной позе надо фоткаться, типа, как ты коала. А в чем проблема? К этому столбу вот так вот ногу ставишь, левую сюда, ага. Вот так ее чуть-чуть вперед, правую под нее. И потом левую вот так вот опускаешь, вот туда, за столб, садишься, мы тебя фоткаем. А что это, типа, сложно? Лотоса, ну, такая тема, понял? Да. Пацаны, а это что, типа, сложно? Там что-то ноги, что ли, они имеют или что? В чем прикол-то? Типа, так встать невозможно? А, выбраться нельзя. Прикольно. Вот, давай, попробуй, если что, я тебе сейчас подскажу, заново все сделаю. Ага, и теперь эту ногу за столб, не спи... Во, да, вот. И садись. Вот. Сядь, почему встать-то нельзя? Колено, можно же. Под колено, фигать, повыше, да. И вот эту а теперь вот за столб, чтобы... Не-не-не, с другой стороны. Вот да, с этой, да, вот. И теперь полностью садись. Так? Да, до конца прям сядь. Можно же, по идее, на руках подтянуться. Так, улыбайся, помогаешь пандам. Так, сядь. Подожди, одну секундочку. Алло. Мы... Где эти, где... Не где встать? Сцена, амфитеатр где? Ты где? Ну подожди. Подожди. Смотри. Колено, фига. Подождите. Повыше, да. И... Берешь стол. Да вот уйди, Додик. Да дойди, Додик! Ты ёпта. Ты такого быть не можешь, что ты никак. Почему ты не встанешь? Ну на руках-то можно подтянуться. Одной, короче, обнимаешь, а вторую именно под эту и за столб. Все, садись. Так? Да. Где сцена? Амфитеатр где? И реально не подняться? Ты где? Что? Не знал. Подожди. Смотри. Стол слишком толстый. Вот. Он, короче, нас разводит, он уходит, по-моему. Че, реально не встать? Чтобы ты сел на как в позе лотоса. Вот, и садись. Блин, ну это реально угар. Прям до конца садись. Так, улыбайся. А? Сейчас, секунду. Алло. Я пошел проверять, потом расскажу. Ты друга с собой возьми. Говорил. Вот где. Сейчас, секунду. Где сцена? Давай попробуем. Где слышь? Сцена? На лайвстриме. Вот, чуть подальше отходишь. Блин, где такой столб-то у нас в городе найти? Сейчас. А ты где-то вот, стол такой возьми? Чуть-чуть буквально пониже. Так. Хорошо. Мне кажется, сейчас, они реально встать секунду. Не могут. Все, короче, пацаны, я это. Там вообще что реально, ну, не встать. Как мне тебя поднять? Не, а там, походу, дело все, ноги отлетают. Так, сейчас, секунду. Спасибо. Спасибо за сап. Тебя ник прикольный. Мы в заряде, я же тебе говорил. Где вот это? Где как это? Амфитеатр? Слушай, ну, мне кажется, реально это все, это ГГ. Я вылезу отсюда, должен. Ты даже ноги не распутаешь, прикинь.
Нет, я не стану. Не может вылезти, не может. У тебя одна, понял, да? Одна нога под другой. Мне надо привстать. Я сел на ногу. Он на деда, что ли, похож? Я не пойму. Слышь? Я не пойму, это деда, что ли? Или мне показалось? Деда, ты ли это? Ля, Вася, дед наш. Я смотрю, думаю, кого-то мне напомнил. Думаю, да не могу я знать с Питера человека. Иди сюда. Мне надо привстать. Я сел на ногу. И ногу убрать. Ты реально прикинь, Валакс. Ляс какой кралый ходит. Ну подними его, ну дай облокотиться-то. А, и столб гладкий. Ты понял, да, в чем фишка? Скажу, что мы заканчиваем. И столб гладкий, понял, да? Ля, жопы какие проходят. Столб гладкий, ты не поднимешься. Вообще, смотри, ни один вылезти не может. И улыбайся. У кого ты счастливая куала? Счастливая куала. Сейчас, секунду. Сейчас, подожди. Алло. Вот мы здесь, где этот, где амфитеатр? Сейчас, подожди секунду. Где амфитеатр? Вот, смотри, я поднял тут руку. Это угорает, стоит. А реально, слышь, не встать. И ты даже эту ногу не вынешь. Ты прикинь, как продумали? Ля, смотри, угорает сидит. Сейчас Сереге позвоню, скажу, что мы закончили. Слышь, вы только друзей. Кто будет так делать, вы только друзей-то не оставляйте, братва. Спасибо за хост, братцы. От кого там хост такой прилетел? Спасибо огромное. Блять, мне чуть-чуть хосты не показываются. Я бунтовать буду. Спасибо, пацаны, спасибо. 500 000 у нас уже почти на канале. Скоро будет грандиознейший розыгрыш. Анал Карнавал. Спасибо, ребят. Это очень приятно. Слушай, ну это круто. А ты не вывезешь. Он широкий слишком. Панин бы вынул. Минус друг Додик. Слышь, как отомстить другу Додику. Не встанет. Не, ну это безобидный такой, да, пранк. Прикольный. А прикинь, у кого веса много. Знаешь, кто вылезти может? Знаешь, кто вылезти может? Могут, кстати, дрищи вылезти. Они худые, и они могут подняться. То есть, ну, а прикинь еще, если вес, допустим, там 80+, грубо говоря, ты сел и все, и как ты поднимешься? Столб гладкий. Я не могу вылезти. Пожалуйста. Как ты попался на такой старый прикол? Я не знаю. Я не знал тоже. Подожди, фотку же не сделали еще. Я не могу. Ладно, давай поднимем. Пошу. Его поднимает, его пытается выкрыть, что помогает ему. Не она помогает, чего мужик помогает. Пойдем назад. Блин, ну это прикольный, слышь? Это прикольный рофл. Я его не видел раньше. Я лайк поставлю. Надо подписаться тоже на пацанов, поддержать. Прикольный. Он безобидный рофл, и он реально вот смешной. Я бы увидел такую тему, я бы поржал. Старый прикол. И причем видел, как высоко надо встать? Как реально вылезти, интересно? Ты прям... Братцы, а есть из этого прикола? Вы на ютубе мне скажите, есть вообще из этого прикола реально вот как можно вылезти? Ну есть же по-любому как-то можно извернуться.
как чуял, сразу говоришь, это вообще, как нет. Пранк, да? Я отвечаю, ну очень похоже. Это пранк, наверное, такой говорит, я думаю, все. Чувак, прости, пожалуйста, нормально. Во, деда пошел с ролинкой. Нормально, чувак, как тебе? Все, спасибо. Ну классная тема. Слушай, ну реально прикольно, а он безобидный пранк. Он такой, он, как вам сказать, он прикольный. Подожди, ну а второй? Ребят. Что, они то же самое сделали? В одной теме поучаствовать. Смотрите, у нас сейчас проходит международный челлендж, нам буквально пару подписей еще нужно. Международная организация по защите коал. Вот. И что требуется? Смотрите, от вас денег не нужно. Вы пишете своим. Мистерика пишет, пошла пробовать, прощайте. Да ты ж моя родненькая. Пятихаточку кинула. Да вы ж мои, господи, хорошие. Вот Зельфирка мне всегда, кстати, донатит сердечко. Она попадет в Вальхаллу и будет с валькириями там. И со мной, да. Имя, фамилию, мы вас я мистерику тоже да, а наши спонсоры от вашего имени переводят 1000 рублей. То есть не вы, а спонсоры. Да, от вас фотка, а коалам косарик прилетит. Так, бах. Классная тема. Офигенная тема. Да. Пойдем, пойдемте, покажем то же самое, вам, что ли? Что надо сделать. Там не самая простая поза. Вот, вот так вот вам надо сесть. Поняли? Обнимаешь толпу так. Ну да, это выглядит не очень. Вот сюда вот, вот сюда. Вот сюда, да, вот, вот так, повыше, повыше. Да. Вот, а вот эту за стоп, ага. Вот, садись, 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 садись. Садись, сюда, 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 сюда. Так, вот, и в такое это, о, да, улыбайся, улыбайся, класс. Я осуждаю. Сейчас, подожди, одну. Алло. Мы в Лужниках, вот как за мост. Под мостом проходишь? Давай, покажи там, типа, большой палец, типа, коалы вообще самые крутые. Так, сейчас подожди секунду. Мужики-то взрослые алло. Попадаются, прикинь. Реально взрослые мужики вот подстревают. Вот мы здесь, зарядим, где... Просто, смотри, ты пусть я застрял, да? Ты, говорит, в курсе, что я застрял? И все угорают, а я потом же ржал. Просто пиздец. Что за хуйня, подожди. Охуеть, а как мне вылезти теперь? Держись, надейся. Блин, Рики, помогите, смеешься. Помогите! Я наебали. Я есть хочу просто. Я тоже. Все, говорит, давай есть хочу, давай, все, маме привет. Все, давай. Мы с тобой прикол здесь не вылезти. Слушай, я никогда бы подумать даже не мог, ты понял, да? Вообще, смотри, все. Все, 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 братан, спасибо большое. Так, давай, кто там дальше? Слышь, это реально, ты прикинь, ты только над батей не надо так шутить. А то он тебе это, с вертухи потом встанет, выпишет, как ноги. Ты прикинь, реально, ты представляешь, какой это старый, я уверен, прикол. Я его даже не знал. Ты сгораешь, я не могу, мне больно. Помогите, пожалуйста. Тебя на чуваки мимо проходящие угорают. Он говорит, в коалу играл. Сидит, я отвечаю, сидит, блядь. А его, блядь, чувакам, говорит, помогите, парни, вон, пацаны подходят. Смотри, я, говорит, в коалу играл. Смотри, смотри. С другой стороны, да, вот туда. Да, и садись. Сейчас. Чего? Ничего, ебанул. Чего? Прекрати трахать стол. Да мы одну фотку сделаем, просто да. Защиту коала он сделает. Коал защищаем. Просто коала, что ли? Ну, нет, да, у нас челлендж в интернете. Да он же не трахается. Мы одну сделаем фотографию. Ну что там, пацаны, наша служба и опасна, и трудна, нормально там все? Все. Не надо, пацаны, не надо. Ну, просто нас сюда поставили, сказали вот здесь стоять. Сделайте вот это, да? Да, да. Не надо. Все. Так. Короче, если видос этот набирает 100 000 лайков, вот я вторую уже серию смотрю,
Я вам отвечаю, я также попробую сесть. Я попробую встать. Вот мне вот реально интересно, возможно ли это. Я найду столб такой. Я весь город свой обойду, но я найду такой столб. Я вам серьезно говорю, я клич кину по всему каналу. Все, 100к лосей, я попытаюсь встать. Все, забились. 50 вы ставите за один день. Вы психически. 90, а? Ладно. Все, 90. Все, спасибо, брат. Чего? Застрял, что ли? Ты застрял, что ли? Братан! Улыбайся, там может большой палец показать или что. 54. Так, все, спасибо, братья. 90. Все. Я не могу выбраться отсюда. Да прикинь, мне потом стол вот этот обнимать. Мне потом одежду надо будет стирать тут вместе с собой. Я застрял. Давай, говорит, вставай, пошли. Не, серьезно, я застрял. Баба еще троллит. Кажется, все, я пошла. Минус жизнь, минус личное, вообще минус все. А ты что сидишь? Ты встать не можешь? Ты застрял там, что ли? А что ты ему не помогла-то? Давай. Слышь, пацаны, а может челлендж замутим? Слышь? Короче, запускаем хэштег. Запускаем хэштег «Обними столб» в Инстаграме. Короче, ставите хэштег «Обними столб». И, короче, пишите видосы и фото. Это гениально. Да-да, вот правильно пацан написал. Обними столб, да. Вот, ну правильно. Герман, спасибо, брат. Короче. Подожди. Знаешь, что можно? Да не, обними столб, самое оно. Короче, в инсте лупите. Обними столб. Короче, давай знаешь, что сделаем сначала? Сначала пробую я. Если на этом видосе 90 тысяч наберете, я также попробую. Хорошо. Я попробую также. Не, ну мне реально интересно, вот можно встать или нет? Но что-то мне кажется, что нет. Короче, а потом уже запускаем челлендж и посмотрим, кто выберется. О, нормально. Не, ну там, походу, дело невозможно. У тебя подруга, конечно. Хоть бы помогла бы, типа, парень застрял, блин, нифига себе. Наверх вставай, дурак. Ну какой наверх? Да плохо. Ну, левую ногу вперед выбрасывай. Лё! Я тебя выкину. Ну всё, пиздец, бля. А ты чё, застрял там, что ли? Подожди, а если обувь снять? А как ты так застрял-то? Да помогите, быстрее! Что такое? Застрял, что ли? Братан, ты застрял, что ли? Блин, ты первый, кто у нас тут застрял. Так, подожди. Кстати, на видео с бычьими яйцами там 90, по-моему, 4 или 95 тысяч этих лайков. Там осталось немного. Я ссылочку оставлю в описании или кликабельную ссылку в конце видоса. Перейдите, доставляйте, давайте бахнем. Давайте. Я сам бы эти яички попробовал. Хоть бы съездить бы, хоть кто-нибудь приготовил бы. Говорят, деликатес. Я помню. Подожди. Там добить вам немного осталось. Как ты застрял-то? Подожди, я сам. Подожди, точно? Я, говорит, сам. Давай поможем, давай вдвоем. Я, говорит, сам. Блин, да ты конкретно там застрял, походу. Подожди. Что происходит вообще? Ты как так умудрился-то? Сейчас, походу, МЧС придется вызывать. Так, подожди. Да подожди, давай за подмыху. Давай ты его за одну подмыху. Уже 100, нет там 100. Нет. Как ты так застрял-то? Вот. Нет, 90 с чем-то. Вот это ты, братан, конечно, даешь. Вот это ты выдал тут. Перформанс. Аж все люди собрались, смотрели. Ну, молодец. Главное что? Главное помог куалам. Главное куалам. Куалам, говорит, помог.
мы засняли прикол на YouTube. Ну что, посмотрел видос? Посмотрел. И лайк поставил. И на канал ты подписался. Красава, удачи, братан. Встретимся в следующем видеоролике.